Доброго времени суток, дорогие детишки. Ну что, бьемся в огонек. The fiery pits of hell await us. А, блин, 2000 надо. Фак, я все залевелил. Печаль, грусть. Печаль, грусть. Блин, пожалуйста, можно больше того, что вы мне показали перед Фреей. Еще. Еще. Правда, огненный парень, наверное, вряд ли выскочит. Потому что там нет лавы. Насколько я помню, по крайней мере. Переместить путь, да. Хотя ему... О! А, да. Блин, это этот дурацкий... Я думал, в окне... Не обращайте внимания. И вообще, жизнь хороша, когда пьешь не спеша, блин, как говорится. Сегодня я узнал, например, что они портируют Final Fantasy 13 на ПЦ. Чего я сильно порадовался, пошел и дал денег немедленно. Ну, окей, я знаю, что игра говно, блин. Но я... Блять, что я могу сделать? Мне нравится Final Fantasy. Особенно, когда она присутствует на ПЦ. Поскольку последняя часть, которую я играл, была 12... 12-я, да, еще на PlayStation 2. Не, ну да, 12-ю я играл на PlayStation 2. У меня даже где-то дисочка, наверное, еще валяется. Хрен знает. Ну, неважно. 12-й была, окей, вполне такая, ничего себе. Ну, средняя со всех сторон, конечно, хуже, чем 7 и 8, но, блин, whatever. А тут 13-ю дают. Мужик, мне от тебя что-то надо? Да ни хрена мне от тебя не надо. А, ну да. Нет, стоп, что? Где я? Я туда иду? Ну, то есть, в смысле, я туда иду, но... Что-то я запамятовал. Блин, почему-то каждый раз, когда я записываю видосик, у меня потом начисто отшибает память по поводу того, что было в предыдущем... Я не знаю, как так получается. Ну ладно. Ну да, колесница. Окей. Я ее недавно убил. А, этот был на другом чаре. Вот, да. Поскольку слишком много чаров, я регулярно путаю, что вообще происходит. Так. Что, а что тогда здесь будет? Колесница и... А, скелеты. А потом... А, потом все, что, то, что нужно. То, что доктор прописал. Пошел нахер. Тихо будет. Что это такое? Не быкуй, парниша. Так, ну туда вниз они полезут. Там ни черта нет. Вроде как интересного. А, блин, а что я с этим мужиком буду делать? Видимо, вот так. А, конечно, я забыл кольцо снять защиты, разумеется. Сшибись, прелестно. Прелестно. Обожаю это место без щита, блин. И вообще обожаю это место, блин. Я терпеть не могу эту локацию. Главным образом, потому что она... унылая. Она унылая со всех сторон. Примерно такая же унылая, как и две другие унылые локации. Тупо по цветовой гамме. Хотя бы. Хотя бы тупо по цветовой гамме. Которая не очень вдохновляет. Ну, что-то поделать. Видимо, краски не завезли в этот день. С другой стороны, я, конечно, не ожидал увидеть там а-ля Diablo 3. Где... Красный, синий, зеленый, желтый, светло. И все такое. Зачем эта дверь существует? Вот здесь. Опять. После того, как я ее один раз уже, ну, сломали. Не я даже, а вот парни. Парни ее сломали. Тайна сие великая есть. Зачем я к нему вообще иду? Кто-нибудь не может объяснить? Я вот не знаю, например. Ради чего? Ради этой сраной души, которая там лежит. Не смешите мои тапки. Просто дайте мне бонфайр. Я даже на нем отдохну. Ну да. Плюс, короче говоря... Кстати, я до сих пор не знаю, что вот там лежит. Вот там лежит. На этом. И узнавать я совершенно не хочу. Потому что я миллион раз туда падал, блин. И... я не знаю, короче, как туда прыгать. Я, конечно, мог бы в теории узнать, но не хочу. Потому что нет смысла. Тихо будет. Чпок. Факел. Вот. Плюс стремительным домкратом приближается октябрь, чему я несказанно рад.
А в октябре будет релиз игрули, которую я из последних сил уже жду. Вот уже месяца 4, наверное. А то и того больше. В кои-то веки смогу я быть в мейнстриме. В том смысле, что... Ну, окей. С Dark Souls я тоже, в принципе, в мейнстриме нахожусь. Но, как широко известно узкому кругу лиц, я в основном играю не в самые новые игры. Чаще всего. А тут вот появляется возможность... поиграть в то, во что будут играть категорически все. Да и плюс то, что нравится лично мне одновременно с этим, но, а значит, и всем вам, как это водится. А зачем я иду сюда? Мне сюда не надо. Мне надо колесницы. Я все время путаю, блин, куда здесь идти, долбанная дорога, никак не могу запомнить. Ну и я надеюсь, что игра сама по себе доставит. А где... А, ну да. Блин, я все время пропускаю этот дурацкий поворот вот этот. Идиотская локация. Терпеть я все-таки не могу. Да. Ну ладно. Хрен с ним. Чик. Да. Оп. А я успел, а ты нет. Фуцк. 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 Интересно, их парировать можно? Наверное, можно, но... Да что ты говоришь? Мне больше нравится вот так делать. Сучка. Крашеная. Чё-то ты какой-то толстый парень. Так, а давай-ка мы экипируем вот такие самоцветы, а то что-то мне надоело. Жрать. Жрать! Большие толстые самоцветы. Это же не наш метод. Я воль? Я воль. Вот это место тоже обожаю. Ну, ладно, к счастью. Опа. Фига вы теперь классно. Окей, классные красные все. Гася, ты если вообще жирный, как скотина. Ау. Ау! Вот так делай, да. Ау! Больно, козлина! Епперный театр, какие же они толстые парни стали. Треснувшее красное око. Нет, вообще в этом логика какая-то есть. Ну, поскольку дальше PvP-шная локация, то как бы, ну, неудивительно, что все эти парни красные. Классные красные стали внезапно. Блять, ну какого? Ну вот мне и жопа. Ну вот мне и жопецкий пришел. Прелестно. Зашибись. Что мне... Ну я не... Почему вы все слезли? Почему вы слезли все? Естественно, у них агро не кончается. Ну да, конечно. Фак мой мозг. Епперный театр, блин. Ну что это за такое? Куда бы вас заманить, чтобы потом... О, куда я пришел? Что-то куда-то я не туда забежал. Опять. Прелестно. Прелестно. Так, мне надо заманить их на мост. На мост, наверх, туда, к бонфайру, короче. И может быть уронить. Может быть уронить. Блин, а как я колесницу буду без щита проходить? Я не знаю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бегом, 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 бегом. Да, почему-то я не удивлен, что они все еще за мной идут. Вы по лестницам-то лазать умеете? Нет. Есть у меня что-нибудь стрелковое? Есть. А что у меня есть? Длинный лук. Плюс 7. Прелестно. А стрел-то у меня есть вообще? Не густо, но что-то есть. А давай-ка мы пуазонными стрелами постреляем. Парни. Мужик, вернись. Я все прощу. Печально все это. О, да, стоять. Фак! Ну блин, ну тебя тут еще не хватало. Где эта скотина? Ну, зачем? Мне так плохо. Вот, ну я тебя вижу, окей.
Да. И чё? Да. И чё? Мужики убежали? Ну-ну. Это... И как это так? Я не знаю, что сейчас произошло. И что вообще происходит? What the fuck? Что это за херня вообще? И почему он... Я не знаю, что это такое, блядь. Что это за удар с ноги? Понятия не имею, блин. Каким раком он меня ударил, поднявшись с лестницы, я не знаю. Очевидно, баги, блин. Или, очевидно, читер. Допустим. Окей, whatever. Я все равно не хотел с этими тремя муднями воевать. Одновременно. Тем более, что они бегут так далеко, мучительно далеко. Ой, да пошел ты нахер. Отпусти, блин. Да, конечно, обожаю это место. Конечно, да. Ну, разумеется. Зачем кувыркаться, да. Угу. Зачем кувыркаться? Да. Вот эта атака меня их просто радует, блядь. Разворот на, сука, 180 градусов, блядь. Гениально, блядь. Просто гениально, блядь. Вот поэтому я эту локацию люблю. Во-первых, она унылая чисто по цветовой гамме. Во-вторых, тут идиотские враги, блин. Просто полностью дебильные. На всю голову отмороженные. Если бы не Фрея, блин, в предыдущем эпизоде, я бы сейчас сильно ругался, блин. Ну, а так мне просто все равно. Потому что я этот пассаж уже видел миллион раз вот с этим муднем, бля, который делает свою херню, блядь, с разворотом. И еще, конечно же, обожаю вот то, что, блядь, здесь можно застрять внезапно. Пошел ты в жопу. На этом идиотском мосту, блин. Это мне все очень доставляет, разумеется. Разумеется. Ну и колесница сама по себе тоже очень сильно радует, конечно, как босс. То есть нет, как раз колесница радует. Ну да, естественно. Зачем кувыркаться, когда можно не кувыркаться? Угу. Блять, ну... Я же нажимал, ну какого... А, ладно, похер. Сначала добью этого мудака, а потом выпью что-нибудь. Скелеты эти тупые раздражают, а зная эти New Game Plus-овские приблуды, так еще и наверняка там что-нибудь красное внутри будет колесница. Сто пудов. Вообще, ну, вообще дойти бы до туда бы еще вы. А интересно, они сделаны красными, потому что они респаунятся больше, чем 15 раз? Ну, то есть бесконечно? Или как? Вот я не знаю, кстати говоря. У меня есть стойкое ощущение, что они реально красные фантомы, ну вот такие, респаунятся, ну, до бесконечности. Хотя, скорее всего, это неправда, но вот почему-то мне так кажется. Офигенно классно, блин. Мне понравилось, как ты через пробитый пояс смог что-то сделать. Давай-ка в очередь, суки. По одному, блин. Я же не смогу вас всех ушатать. Блять, ну... Ёпсить, мопцик, блин. Что это за херня? Там еще и какой-то мудлан, блин. Ну, зашибись, я как я их убивать-то буду? Я понятия не имею, честно говоря. Да, отлично, блин. Я не знаю, как я их буду убивать, блин. Вообще, в принципе, без понятия. А как? Вот как? Их четверо. Блять. Ну давай ты еще в деревья. Блять, да пошла ты нахер. Опять я сюда. Зачем я сюда бегу каждый раз? Я не знаю. Так, похоже, один из красных отстал. Смогу я успеть выпить, интересно? Ой, отлично. Так, кто тут? Кто здесь? Отлично. 2000 здоровья, как одна, блядь. Так, жирный, пошел нахер. Вообще не до тебя сейчас. Офигенно, и фласки я уже... А, так, это что ты делаешь такое? И фласки я почти уже все сожрал, блин, пока до туда дошел.
Пошел ты в жопу. В прямом смысле этого слова. Вали отсюда нахер. Ехай. Конечно, да. Блять, почему ты жив-то еще? Вообще-то я просто просил тебя удары сделать, а не бэкстабить. Фу, блин, я перный театр. Подобрать, что ли, все это? Ну да, почему-то я так и думал. А где третий красный? Красный? Ты куда делся? Ты сдох там, что ли? Нет, вон он сидит. А че сидим-то? Кого ждем? Блять, что за тормозня? Почему тормозит? У меня проседают фреймы. Такое ощущение, что сейчас ко мне кто-то вторгнется. Вот я смотрю, ты окончательно затупил. Слушай, а с них, наверное, эти кнуты падают какие-нибудь? Только я не помню, какие. Нет, ну где ядовитый кнут взять, я знаю. То есть, поменяв всякую хрень у этих двух. У ворон. Можно мне до босса дойти? Там еще один красный же, главное, сидит. Этот мудлан, блин, короче, с этими сикелями. Вот этот придурок. Иди сюда, ёпта. Ну или не ходи. Делай вот так. Какие же вы жирные. Хрена лысого тебе по всей морде. Ну, дай, ладно. Да? Ты уверен? Ну ладно. Я не знаю, как он сейчас по мне не попал. Но я рад, что он это сделал. Но вот чему я не рад, так это тому, что, блин, что у меня фреймы реально проседают. Какого хера происходит? Обычно такое случается, когда... Чувствуете? Вот тык-тык, ну такая. Ну. Типа замет... Ну, короче, блин, фриз фреймы, ёба. Обычно такое происходит, когда кто-то вторгается. У меня что-то на заднем плане происходит. Что мой компьютер пытается делать, я не знаю. Слышь, мужик, надеюсь, ты здесь один? Блять. А как ты... Ты чё ты делаешь? У тебя стамина вообще кончится? Ё-моё, блин! Как ты разворачиваешься так быстро, урод тупой? Охренеть, это что сейчас было? Я не знаю. Я не знаю, что сейчас было и как он от всего этого увернулся. Я сейчас сдохну. Или нет. Ну, хотя никто не отменяет того факта, что я могу сдохнуть. Потому что этот мудлан, блин, с одного удара может меня ушатать. Ну, с двух, окей. Блядь, пошел ты! Вот это гонило! Прекрасно, блядь! Просто супер, блин. Зашибись, блядь. Вот этот разворот в воздухе меня радует, блядь. Почему я так не умею делать, блин? Я не знаю, блядь, почему. Да, блин, конечно... Что сделать, но приходится их выманивать по одному. Ну, с помощью лука, то есть постреливать им по лицу. Блин, а какие варианты? Ну, приходят они все время втроем, козлы тупые. Да и пока до сюда дойдешь, писец, я умер сейчас 10 тысяч миллионов раз, блин. А нахрена оно мне надо, правильно, блин? Даже этот мудила Сифана или как его там, опять, короче, ко мне вторгся. Только в этот раз он огреб по щам, сука тупая. Он все-таки не читер, просто у него мудацкий какой-то сет, блин, с непонятным оружием. Который я реально не понял сначала. И он еще использует эту бесючую херню, блин, ПВПшную, которая, блядь... Да пошел ты нахер. Которая... Уменьшает дамаг, короче, ну, входящий. Какой-то миракл, блин. Блин, ну вот это меня бесит, блин. Ну каким раком ты доворачиваешься, блядь? Ну вот как он это делает? Да пошел он в жопу! Серьезно, блин, я еще ни разу даже до босса не дошел за этого дебилизма, блин. Я не понимаю, зачем это сделано. Вот зачем это сделано, блядь? Для того, чтобы, ну, было сложнее тем, кто ходит без щита специфически, блядь. Вот эти довороты мудацкие. Этих фантомов, блядь, заточенных под ПВП, блин. Я не знаю, блядь, как... Кто это? Кому вообще в голову такая светлая мысль пришла? Понятия не имею. Да, конечно. Ну да. Ты еще, блядь, покрутись мне тут, сука, тупая, блин. С миллионом лишних атак, которые тебя никто не просил делать.
Я не знаю, может я слишком рано кувыркаюсь. Ну то есть я по-любому слишком рано кувыркаюсь. Да, блять, вот и что это? Можно бэкстап? Спасибо. Жри, блин, быстрее. Надо же, я успел, блядь. Да что? Ты еще скажи, что ты сейчас с ляской будешь жрать. Нахер тебе по всей морде, урод. Сука, ненавижу этих вот... Против простых красных фантомов, ну вот... Блядь, ну вот эта херня меня просто бесит! Ничего не имею против простых реально красных фантомов, но вот эти мудацкие дебилы, типа псевдо-ПВПшные, ну это просто какой-то идиотизм, блин, ей-богу, блядь. Что сейчас происходит? Я не знаю, блядь. Отгреби по щам, ты мне надоел уже, сука. Реально бесит, блядь. Фак, мой мозг, блин. Когда я успел отхватить? Вот когда, блин? Почему у меня пол энергии сейчас? Я не знаю. Хоть душ за него дали на левел, еще один, блин. За того придурка ПВПшника, которого я с кастетами замочил, блин. 100 000 дали. 100 000 дали, блядь. Нет, это, конечно, не предел. Помнится, в первом Dark Souls, точнее, я своим лоу-левел парирующим кинжальщиком 16 левела замочил какого-то невероятно крутого парня. И за него мне дали 600 000 душ. Вот это я погибаю. Я сейчас буду умирать миллион раз. Потому что мне не хватит стамины на всех этих сраных скелетов. И я почему-то в последнее время ни хера не могу вернуться от этой долбанной колесницы, блядь, когда она приезжает. Я не знаю почему. Мне вообще не хватает дивайн оружия. Ну, в игре, чтобы скелеты легли и не вставали больше. Вот и я о чем. Вот и я о том же. И я, естественно, стою гораздо медленнее, чем скелеты, ну, разумеется. Я сейчас сдох. Зашибись. Нет, я не сдох. Вау, надо же. Прелестно. Сдохни, падла. Где вы там? А где колесница? А где тут... Фух. О, бля. Фу. Блядь, что за нахер? Почему ты стоишь еще? Пошел в жопу, урод. Сука, ты меня до усрачки. Да ты почему еще жив? Ёперный театр. Ну его нахер, я буду максимально аккуратным. Ой, блядь. Мужик, ты что тут делаешь? Фак. Бля. Вот ты твою ж мать-то, я успел. Где этот мудлан? Блять, скелет, ты не слишком ли быстрый? Блять, ты твою мать. Ну я сейчас сдохну. А, ненавижу это все. Вот твою жопу мать. Да кто, блять? Какая сука? Пошел нахер. Пошел нахер. Жри, блядь! Сейчас колесница приедет и жопетки настанет. Слава яйцам. Бля, мудак, ты сейчас отогребешь. Ну, блядь! Ну, сука! Ну твою в жопу, блин, пидора! Просто лютая бешеная ненависть, блин. Ну как... Чё они в такую жопу-то засунули? Блять. Какого хера ты-то респаунишься, мудлан, ты тупой? Тебя вообще тут не должно быть, блин. Зашибись, блядь. Сейчас еще на этом чмошнике сдохну, блин. Да пошел ты нахер, блядь. Да, конечно, ты увернулся, блядь, от меня. Разумеется, все же уворачиваются, блядь. Почему бы тебе не увернуться? Что это за... Да пошел ты нахер, блин, задолбал, блядь.
Да, разумеется, блядь. Да, зашибись, сука. Я в жизни больше к этому боссу не пойду, блин. Просто никогда, блядь. Вообще никогда. Потому что я готов многое простить. И за Фрею, и за все, блин. Но, блядь, вот респаунишься вот такого мудака, блядь, я простить не могу никак. Вообще просто. И меня бы все устраивало, если бы эта сука не доворачивала свои удары до меня, блядь. И не кувыркалась, как тварь. Конечно, зачем по нему попадать, если можно не попадать, блядь. То же самое, наверное, и он подумал, блин. Сейчас я грибу. Давай с моста еще упадем для полного комплекта, блядь. Давай без прыжковых атак, пожалуйста. Фу, блядь, охеренно классно, блядь. Просто шикарная композиция, блядь. Отсоси хер, блядь, мудила. И что это сейчас? Что это было, блядь? Я не знаю. Да пошел. Я просто имею все шансы узнать, респаунится ли, блин, фантомы после 15, сука, убийств или нет, блядь. Просто все шансы. И больше всего меня бесит, блядь, даже не то, что нахер я так много раз умираю, а то, что, блядь, я к сраному боссу только один раз дошел. Какого хера, блядь? Пошел ты нахер, сука! Как же ты меня бесишь? Да, блядь. Блядь, разумеется, конечно, я тебя просил делать сраную атаку. В то время как, блядь, я просил вообще-то тебя делать кувырок. Разумеется, да, блядь. А самое классное в этом всем, что теперь я из-за этого мудака, блядь, не успею сегодня выпустить видосик. Отлично, блядь. Поэтому пятница пошла в общем, далеко она пошла, блин, и надолго, блядь. Отлично, блин. Просто шикарно, блядь. Вот чё мне, блин, не хватало всю мою жизнь, очевидно, блядь. Вот такого мудилы, блин, который стоит тут на входе, блядь, и какой-то хернёй занимается. Да, конечно, с бесконечной стаминой, разумеется, блядь. Я мог бы попытаться его спарировать, только, блядь, я уверен на 146%, что у меня нихера не получится, блядь. Пошёл ты в жопу, блядь. Надоел, блядь, реально. Где этот сраный, вот это место? Сюда иди, блядь. Сюда иди. Ушлепок. А, дальше ты идти не хочешь, да? Прелестно, блядь. Сука. Сейчас ты гребешь. Просто, блядь, тупо гребешь. Да, конечно, да, блядь, зачем попадать по нему, если можно не попадать, разумеется. Просто надоел. Просто ты, чувак, мне надоел, короче. Надо Гавлана найти, блин. И закупиться по полной программе у него, блин. Ножами. Они мне срочно пригодятся. Ёпта. Ой, господи, где я? Охи.